Ты бы вам веселый чай, и мы рассказываем. Мы сегодня с бабушкой. Останься. Нет, я хотел пойти с тобой. Не, я хочу с тобой сняться, видео хотел рассказать. Не, не надо со мной сниматься. Себе там веселый чай, и мы сегодня были на занятия, потом на массажи, потом на физкультуры, на альфа-рейзе, потом по магните. Магните. Делаете этот самый, поделки. Мы с тобой, поделки. Почему не фотографируете? Потом мы в тот раз пошли в Асан, увидел квас, называется под именем «Старские припасы». Сколько стоит 0,5 литров? 55 рублей. 55 рублей оценка? Ну, тройка. Тройка. Не очень хорошая. Потом мы припасли в дикси. Сколько таких лапеток стоит? 50 рублей. Оценка? Отличный, мы уже протерли. Какая? Ручки. Хорошие, влажные, пятерка. Да, салфетки очень хорошие вот эти. Молодцы. Какая оценка? Пятерочка, отличная. Убили вот эту пачку. Били тебе. Это тебе. Вот я люблю, я тебя не положу. Если сколько таких помидоров стоит? Сколько таких помидоров? Помидоры еще подешевели. 140 стоит. 140 рублей. Оценка? А мы с тобой на 60 рублей купили. Оценка? 5, они вкусные, хорошие. А что, помидорки? Угу. Купили вот такие вот, купили вот такой вот хлеб. Био. Сколько стоит? 25 рублей. 25 рублей. Оценка? 5. Мы даже им что, кого сегодня мы кормили? Голубей. Да, голубей покормили. Потом мы пошли фикс прайс. Фикс прайс. Той тети не было. Угу. И не а надо. Вы хотели эту тетю видеть, да? Не, он наоборот не хочет. Она, ну вот, слава. Она его пожурила, и он это плакал. Ну как пожурил? Сказал, что ты только себе все купил, а маме ничего не купил. А, и ты плакал, да? Да, я ее не съедем сегодня. Я-то думаю, ты там что-нибудь натворила, на тебя нет, ругала. Нет, он все там купил, все себе, воду, конфетки, все. Что-то я хотела, что-то я не выбрала. Я говорю, и она а говорит... А что можно? Можешь маме брать гигиеническую помаду? А, да не, я не пользуюсь, кстати, почти. Я почти не... Ты знаешь, ну, у меня... А чего бы Миша знает, что ты хочешь? Я... Нет, не Миша. Он не дал мне выбрать. Я хотела какой-то... А я уже приспособила. Я хотела себе туда наверх лоток для мелких вещей. А, нашла? Ты знаешь, я вот использую такой из-под винограда жесткий пакет хороший. Он прям вот, вот там. Вот такой вот киткат, вот такой вот киткат. И там прозрачный, мама, тоже все видно. Мама, вот пластиковый такой, прозрачный. А вон он стоит. Вот такой вот, вот так. Мама, ты вот такой вот киткат. Вот такой вот киткат. Сколько стоит? 27 рублей. 27 рублей оценка. Да хороший, вкусненький, пятерочка. Этой продукции био. Оценка 5 из 5. Вечером прощаемся. Нет, все, нет, а ты расскажи, что мы еще брали фикс прайс, вспоминай. Коктейль. Сколько стоит? Коктейль 20 рублей. Еще что мы брали? Чупа-чуп. Сколько стоил? Чупа-чуп по 1,10, 1,15 рублей. Оценка? 5. Еще что мы брали? Все. Все, ну молодцы, ладно. Все, как мы сегодня чай и все, экономим. Увидимся завтра. Угу.